Ребяшки, приехал до дедушки, они там все у дедушки. Сейчас дедушки лапшички дам. Список, ребят, блядь. Взял вот эти Катя, блядь, и не вышло. Ладно. Найдем кого-то, блядь. Все-таки, нахуй. Так, деду лапшу. Перепачки лапши взял, сосисок. Сейчас. Возьмем деку пивка. Скажем, чтобы он их не обижал на деду пузырек. Все, ребят, пошлите к орлам, нахуй. Опа. Блядь, заебать, там что-то написывает этот Вовка молодой, блядь. Я с мамой контачусь, узнаю, где похоронен. Я вот контачу даже не знал, блядь, что он умер, блядь. Все такие подъезды, ребят, да чисто не там, где убирают, ребят, чисто там, где не серут, если это ремонт делают. Если люди серут, хоть, блядь, хоть что делай, нахуй. Ну, ремонт делают, ребятушки, благодаря моим видео, наверное. Рыжий! Здравствуйте. Здравствуйте. Дедушка здесь? Тут. А вы что, пошли? Я не из этого профсоюза. А да вы что? А что делать здесь? Вот эта плита обрезается. Нет, слушай, ты мне плит, кого ты нахуй там, блядь? Здорово. Здравствуйте. Ну что вы делаете? Дед, на тебе. Сидим, набалдеем, блядь. Нет. На улице балдели, блядь. Нет, что ты делаешь? Хотя, блядь, не тебе, это тебе в душе. Нет, я говорю, подержу. Я, говорит, подержу. Поехали на кладбище. Евгения, Максим умер. Да. А ты такого знаешь? Позвонили мне, сказали. Вчера. Кто? Кто искал? Она умерла. Да. Васька позвонил, нахуй, сказал, мозги умер, что ли. Лёха, бывало, привет передавал с Танюхой и да. Детьми. О, блядь, Лёха. Ну-ка, давайте, знаете, что? Лиша, Анинка, сядь. Поздравим. Она умер. Да подожди, ты сядь, блядь, когда умер, блядь. Я ебу, что ли, когда умер. В среду. Умер. Давайте это. Кто? Да, блядь, сядь, Максим. Да подождите, кого перебивайте, нахуй, дед. Садись. Падай. Давайте Татьяну с Краснодара с 20-летием поздравьте. Татьяну с 20-летием. С Краснодара. Краснодара. Большой-большой привет и здоровья, и всего самого наилучшего. И все, днем рождения. Дед, Максимка умер. Какой? Ну какой Максим, блядь? Что ты хуя Максим? Мать. Какой, блядь? Рэмбо, друг. Фома. Фома. Фома, блядь. Ёб твою мать. Как зовут девушку? Оксана? Татьяна. Татьяна. Землячка, привет тебе. На тысячу тебе. Большая. Дед, ты что, болеешь, что ли, что? Почки. А что почки-то у тебя, блядь? Ты, блядь, померить сегодня не можешь, блядь, почки у тебя, блядь. Ты говоришь, что считаешь деньги, сколько даю, блядь? Я что? Либо пупа такая. Наненька, тебе. Наташка, ты живая хоть? Да. А? Дома? Дома? Это, Тимофею Пушминцеву, охраннику, Тимохе охраннику привет передай. Тимоха, охранник, привет тебя большой. Алису Бувалову, спасибо. Алису Бувалову, спасибо. Кому вы сегодня видели, да? Это вам, да. Наташка. Кого видели? Алекса Бувалова. Бувалый, привет тебе. Бывалый. Бывалый, большой, привет. Привет. Видите, видели, большой привет тебе. Ты куда папа приезжал? И детям. Все, дедушка, давай я умчался. Там сиськи тебе, пузырек. Давай. Ты что такое, блядь? У тебя где телефон? Да хуй тебе номер телефона. Я тебе звоню, не ступим нахуй. Ну все, а что, рыжий-то здесь живет, не живет? Ах, хрен его, да. Нету никого. А? Никого нету? Нет. Ну, пидорасы, блядь. Все, мы сегодня поехали. Давай, дед, мы уехали до Макса. А, Макса, ну, там сейчас пойдем сейчас до рубля. Дед, ты что, картошку чистишь? Да? Нет. Ну все, выходи по одному. Бабушка вот сейчас бежит, особо.
Бабушка кто? Дедушка живет? Бабушка. Помогает. Все, ребят, сейчас я тут заведу еще. Рыжий! Короче, не открывает. Я даже зашел по пацанам. Там Гоша, тебе приветик. Сейчас открывают. Отдыхают. Пошел. Поехали, ребятушки, съездим сейчас. Поищем. Ну не поищем, хули сказать, ребятушки. Пойдем сейчас. Голуби зайдем. Я тебе спирт даю каждый день, блядь, чтобы ноги мазало, блядь. Все хромает. Натирать надо. Натирать, блядь. Сейчас тебе пизденку натерет, нахуй, Черныш, да, Черныш? Черныш! Давай по коням, нахуй. Все взад, нахуй. Сейчас я дверь открою вам. Давай, нет, Черныш тоже засадись, паскудник. Нет, Кати нету. Просто сведи сзади, нахуй, чтобы я вас видел, блядь. Вот Черныш на меня кашлянет, нахуй, туберкулезом, блядь. Ну нет туберкулеза. А куда он у него делся-то, блядь? Там, Сетка, тебе сосисок дам, и тебе, Нинка, поняла? Ладно. А то люди пишут, блядь, такачка вас все забирает, нахуй. Сетка, дивися, хули там Черныша. Только тебе сумку, блядь, новую, блядь, взяла, нахуй. А ты что, пизда, я тебе в прошлую субботу приезжал, говорю, выходи, я звоню, ты то не берешь, то, блядь. Я ж приезжал, тебе нахуя по 10 раз вот тебе. Ребята, в общем, историю расскажу. Ребят, в субботу звоню Светке, я не приеду, говорю, ну сейчас заеду, тебе водочки привезу. Она говорит, хорошо. Блядь, звоню, падла, не берет трубку, нахуй. Раза два заезжал, блядь, нету ее, нахуй. Звоню, звоню, она, блядь, не берет, перезванивает. Я в субботу звонила тебе, тебя нет, не рассказывает. Так я не ездил по делам, потому что, блядь. Да. И, короче, ребятушки, вот такая, какого хуя, я говорю, выходи. Хорошо, звоню, не выходит нихуя. Блять, на, Нинке нахуй лучше звони, блядь. Нинка, блядь, нас всех знает, нахуй. Новости BBC, Нина, да? Нет. Ты бывало-то где увидели вчера? Здесь я увидели сегодня. Сегодня вот здесь. С собакой. Ты когда позвонил, через сказал сюда идти, нахуй. Собака гулял. Да? Мы на трубах сидели, сидели, замерзли, пошли к деду. Сейчас, Нинка, я это, по видео этому скажешь ему привет еще. А то он не верит, блядь. Кто? Ну что, Алис бывало, блядь? Видит. Да? Мы ему сейчас да. Отлично привет сейчас, передали. Сейчас, ребятушки, Алису Бывалому не привет передадут нахуй подсходнику. Вот, блядь, а мне ничего не говорит, видимо, что он к ним ходит, блядь. Вот, блядь. Нет, вот тут мы сейчас. Он проходил возле подъезда. С этим с артиллером, нахуй. Нихуя себе, Алис Бывало, ты что, блядь? Мне ничего не сказал, блядь, что видел. А я вчера с ним спрашивал, он мне ничего не говорит, нахуй. Не, мы сегодня увидели. Мы сегодня еще видели? Сегодня утром, нахуй. У Кировского, там за Кировским, в лесочке с собакой, детьми, то тут... Давай видим. Сейчас ему привет передадим всех. Давай. Кто-то нюху вижу. Давай, Алис Бывалый. Алис Бывалый, привет! Алису Бывалову большой-большой привет! А вы где его видели-то, Алис? Возле 28-го дуба. С Танюхой его видели? Нет, 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 но собакой. С собачкой. Точно Алис? Чарли. Алекса бывало видели? Чарли. Чарли, да? И Чарли большой привет. И Танюхе, а и Веронике. И еще одна дочь. Алис Бывалый, блядь, паскудник. Ты что не говоришь, что ты здесь бываешь-то? Мы тебя ищем. Алекс Бывалый, тебе привет. Блядь, Нинка паскудница. Всех, блядь, всех видит, нахуй, всех знает. Это мой сосед, бывший. Бывший сосед, что ли? Ну, да. Ёб, твою, хожу, вот, 13 ёб... квартире жив. Вот, в моем доме. Нихуя себе, блядь, вот это. Алекс Бывалый, нахуй, паскудник. Ладно, едем, ребята. Когда меня душил? Кто? Бульдог. Он ему по морде въехал. Да ты чё? Да. Нихуя себе. И молчит, блядь, паскудник. Спасительный Нинкин, нахуй. И сказал, говорит, если еще раз он поднимет руку, он ногу протянет. Ну, бульдог, короче, обоссался и все, нахуй. Да, и после этого и ушел. Ребяшки, Нинка сейчас рассказывает. Нинка, что ты рассказывал? Я забыл, про чего вы рассказывали-то, блядь. А, про женщину. Бабушка, говорит, ходит к дедушке, да? Да. Кормит его? Кормит его. Ну, ребятушки, так что дедушке, блядь, все, на мази, нахуй. Привозит, кушать ему приносит. Постоянно, да? Варит, да. Купает его, наверное, ты да? Там свечку держишь. Ну, он же так сказал. Да, Нинка же у нас BBC, бля, ёптай. BBC, да. Все знаешь. Новости, нахуй. Ну, новости BBC, бля, хули ты. Все знаешь, блядь, нахуй. Не все. Ну, много чего, да? Ребят, сейчас заедем до Рыжиков в шалаш, нахуй. Узнаем, здесь, не здесь. Давай, дядя, езжай, ёптать, усатый таракан, блядь. По сторонам смотрит, нахуй. Ну, по сторонам. Значит, чуть-чуть, не знаю, что такое, но по сторонам-то нет? Сигаретка, а? Нет. Чё, нет? Нет сигареты или нет?
Не знаю. Я тебя спросил. Ребят, сейчас вы знаете, что такое нопасаран? Ну, конечно, вы сейчас загуглите, ребят. Нопасаран это, блядь, какие-то эти сказали, нопасаран, они не пройдут. А они прошли, ребят, где-то на войне, война была какая-то, я читал это. Это война была. О, блядинка, все, блядь, знаю, только не знаю, где, ну, посран, блядь. Чё, в ебе, нахуй, там успокоилась? Не, правильно, нахуй. Женщин не забил. Ты же раньше бился какой-то, жил бабой-то? Я ни одну не бил, ни разу. Катька говорит, блядь, ты хуярил там одну, блядь. Кого? В 28-м доме Катька говорит, ты хуярил там кого-то? Да схуяли, перепугу. Схуяли, баня, баня, нахуй, да? Ебаня, маня, нахуй. Чё, Черныш, курить хочешь, что ли? А тебе про Брежнева, что ли, в 20-м доме? Да. Да нахуй, я даже пальцами не трогал, блядь. Пиздишь? Честно пиздишь? Она и говорит, что он вообще руки не поднимает. А, только ногами пинал ее, да? И ногами, и руками ничем не поднимает. Хуем по голове, наверное, бил, блядь, Черныш. Да, только хуем по башке. По губам водил, нахуй, в рот не попал, наверное. Светка, ты что, блядь, так живешь с мужиком-то, нет или нет? Уже нет? Что, бросил он тебя опять? Да я Пашку жду. Да? Блять, ебать, Сенька, ты, блядь, пока паху, паху надолго посадили, пока его ждешь, блядь, ты весь разбес переберешь, нахуй. Вчера письмо пришло. Че? Вчера письмо пришло. Вчера писал? Че, сколько ему дали? Письмо пришло, блядь. Письмо пришло. Ну, письмо пришло, че, где у тебя письмо-то, с собой? Дома. Блядь, че ты его не взял-то? Че, сколько ему дали-то хоть? Не знаю. А он че, блядь, письмо-то тебе пустые? Пустые, пустые? Нет, нет, мало сказал, суд в понедельник будет. Суд в понедельник будет? Да. Ладно, как ты пишешь, пока. А то он по ним письма на тебе пустые листочки пишет, нахуй, нет? Блять, Светка, нахуй. Ну, ребят, это, блядь, это в натуре чудики, нахуй, как Черныш, блядь, да, Черныш? А чё, я чудик, что ли? А чё ты, блядь, мудик, что ли? Чудак, а слово М, блядь. Ладно, Черныш, не обижайся, нахуй. Нинка, сейчас едите в машине, я скажу, здесь, не здесь он. Слышишь, Нинка? Покричать ему. Да вот здесь тормозили, и все. Да, блядь, там надо встать, вдруг машина поедет, блядь. Ты, блядь, Черныш, не учи меня, где останавливаться, блядь. Не учи отца ебаться, что ли? Не, ну ебаться-то мне не надо, я, блядь, не ебусь, если ебать только. Черныш, может, ты, блядь, ебешь что-то, нет? Я давай еб... зуб, чтоб дым пошел. Что, я тоже хуем тебе? Похубавно. Пойду покурю. Блядь, ну Черныш такой наглый, ребят, стал, блядь. Вы все, говорит, Черныш, блядь, ребятушки, мне, блядь, две пачки сигарет взял сегодня только нахуй. Блядь, дорогие, дорогие сигареты, ребят, блядь, надо экономить. Сигареты, ребят. Убивают, нахуй. Я вот, блядь, видите, инфаркт, нахуй. Я берегу своих бомжиков, нахуй. На, Черныш. Да. А ты так же не куришь, как и я. Да. Я берегу их, блядь, потому мало сигарет покупаю, ребят. От спирта не умрут, нахуй, от сигарет помрут, нахуй. Черныш, блядь, не кашляй шибко, нахуй. Все, Черныш, за старшего. Вчера, да. Почему? Кто тебе сказал, сука? Да так. Ну, Черныш, блядь, бухал, блядь. Бухаю ты, я выпиваю, нахуй. Черныш, все, стой здесь. Сетку, блядь, дай Сетке прикурить, нахуй. Сетка, когда ты выйди на улицу, покури, блядь, пизда. Все, ребяшка, пошел, нахуй. Сейчас. Рыжик здесь, не здесь, нахуй. Блядь, только после боюсь ходить, нахуй. Блядь. Нас равно, нахуй. Здесь нихуя мусора. Ребятушки, видите, все как время выходит только, блядь, на то, чтобы собрать их всех, потом еще развозить. Рыжка чистенькая. Вовка! Нет. Картошка так лежит. Коробочка. Фу, не дышит. Костер. Он, видно, не залитый наш жжок. Ну, реально, тут приходит с утра, тут тусуется, ночью уходит в квартиру. Ну ладно, ребят, поехали на кладбище. Черныш, залазь в машину быстро. Покурил? Давай, докуривай, да поехали. Нету его, нахуй, Черныш. Так хули
сейчас холодно, конечно. Да нет, там свежий есть. Не, он просто приходит ночью туда в квартиру ходит. Давай докуривай, поедем. Ну ты что, Черныш, выглядит, как дела у тебя? Ребята, пишите там Черныша. Ребята, ну, я же так его. Дела, как ружу, так скажу. Вот видите, я же вот так, можно сказать, любя его Чернышом-то называю. Какая, ребят, не знаю, кто-то пишет там. У Черныша дети есть, а ты его как собачьи мыть, ребяшки. Че? Владимир Анатольевич, с улыбочкой, почему? Да, Чернышов. Да? Шавкумов. Тем более, Чернышов, нахуй. Шабачье сердце, нахуй. Да? Ну ладно, ты не обижайся, давай сетку на шишку, нахуй, Нинку под мышку, нахуй. Не помчались. Что-то нахуй. Дохуя, блядь. Беру на себя, да? Пока едем, так это, блядь. Поменяешь местами потом. Ой, блядь. Потом Нинку на шишку, сетку под мышку, хуй. Меня не хочу, да, сетка? Сетка, сумка такая, опять какая-то это. Все пошурка надо какая-то. Яйца ворву, нахуй. Яйца? Такое яйца тут уже, блядь, у него два яйца хули ты. Дай ему похуй. Я оборудую, сварю и собачку покормлю. Так хуйня, а крошку сделаем, нахуй. А он тебе хуй даст тогда, чтобы ты колбаску покоршила сюда? Я отрежу, все. Все отрежу. У него язык есть, нахуй, да, скажу, Черныш? Пока у меня язык и пальцы есть, я не стану и патентом, да, Черныш? У Сенки не хватит такая сумка, блядь, под это, нахуй, под старину такая сделана. Сенка, специально, что пошуркала это? Да? Ну-ка, Сенка, блядь, что такое грустно? Давай хоть привет и передадим, блядь, у люди. Нинка! Паскудница, говори быстро, что что-нибудь. Ну что, блядь, привет нам передавать, ёптать. Деньги надо отрабатывать. Юля, Ксюхи, привет. Да подожди, нахуй, Нинка, не дави, нахуй. Чёрный, такая. Подожди, хули, блядь. Давай, давай. Семи, привет. Семи, большой привет. Ой, я здесь, Светка. Всё, привет. Давайте, это, Акинфеев, Андрей Акинфеев. Андрей Акинфеев, привет. Северный. Северный, привет. Андрюха Воронов. Андрюхе Воронову, привет. Кристина Матвеева. Кристина, всем, всем, всем привет! Ты, блядь, стричь меня сзади, это, блядь. Нет, блядь, ножик хочешь мне вот прыгать. Здравому! Здравому, здравому, здравому привет. Привет! Катя с Австралии! Катя с Австралии, привет! Так, и Эльмир Симала! Эмилу Симала, большой привет! Серега Воркута! Сережа Воркута! Ну-ка, Димасику с Белого моря, приветик! Димасику с Белого моря! Ты его не видел, Нинка, случайно? Нет. Нет. Света и Серега из Тюмени! Света и Сереги из Тюмени, большой привет! Инга Александровна! Александровна. Андрей Саркисов и Маша. Андрей Саркисов. Андрей Саркисов и Маша. И Маша. Большой, большой. Рыжий, ты где, падла? Ты где, Рыжий? Я у Пахи. Ну, у Пахи ты где? Рядочки, Рыжик, падла, звонит по видеозвонку нам. Ага. Сейчас заедем с тобой. На Советской, выходи к этому. К мебельному выходи. Давай, выходи, туда мы сейчас подъедем. Выходи, туда мы сейчас подъедем. Любовь Христа где? Давай, я знаю, выходи, говорю, сейчас подъедем, давай. Паскудник. Паха, блядь, выгоняй его паскудника, нахуй. Давай, Паха. Ну, давай. Вот, сука, Рыжего, еще он у Пахи там. Так, давай дальше передаем. Так, Инга Александровна. Инга Александровна. Андрей Саркисов. Андрей Саркисов, привет. Саша Штольц. Саша Штольц. Ярослав Белов. Александр Белов. Михаил Бабенко. Михаил Бабенко. Саня Пышкин. Саня Пышкину. Привет. Леха. Лёхе. Патриот. Патриоту. Привет. Николай Целышев. Николай Целышев. Большой, большой привет. Так, сейчас Лёхе-то, блядь, еще привет, подожди, блядь, я забыл, блядь, сейчас. Подожди минуточку, Ненка, не торопись, нахуй. Чёрныш, ты уже должен... Юле тоже привет. Да заебал ты, блядь, какой Юле ты, блядь? С Красно-Белого. Блядь, заебал, всем привет, привет. И Кате. И Кате привет. Алексей, все такое, хули его ты раскрываешь, нахуй, давай, Алексей Нехаев. Алексей Михайлов. Владислав Казань. Болтан, ну-ка, давай, ты передай. Андрей Игоревич, нахуй, передай-ка привет. Андрей, сейчас, Андрей ручки. Игоревич, привет, подожди, большой. Подожди, блядь, сейчас его найдем, где он у меня, Андрей Игоревич, блядь. Так. Так, Андрюхи Апталикову, с находкой Апталикову. Апталикову, Андрюхи, привет. Большой-большой привет. Все. Ну все, ребятушки, всем привет и передали, а мы помчались за Рыжиком. Давай, Нинку под мышку, нахуй, сетку на шишку, нахуй. Все. Все, нахуй, ребят, поехали за Рыжиком. Все нашли и едем на кладбище. Ребятушки, столько времени прошло, а мы еще даже на кладбище не сходили, блядь. Не знаю, как я их потом разводить буду, нахуй. Черныш, я, походу, говорил, всех на шишку поставят, нахуй. Да, Черныш? Ладно, ребятушки, все, едем. Знаешь, Нинка говорит, блядь, не покупайте ей творог, Черныш. Говорит, две пачки купил, да, Черныш? Пиздит Нинка, нахуй. Нинка, конечно, хочет творожка. Ты, Черныш, это, дай под залупного творожка ей, нахуй, тогда. Раз. Блядь. Вот Нинка как. Хочешь костылем получить, сейчас получишь. Сейчас он письку на дроще по башке настучит тебе, Нинка. На шпак... Я оттору, нахуй. На шпаках будет сражаться, нахуй. Оттору, да и все. Самое главное, письку Светке не показывайте, нахуй. Она, блядь, вон какая уже счастливая.
только письку увидит, сразу схватится за нее. Да, если... Нахуй нужна? Паху, паху ждешь, да? Че Паха-то хоть написал в письме там, скажи? Не читала еще. А? Не знаю, говорит, еще. Не читала, что ли? А чего тебе, блядь, неделю назад прислал, ты все еще не читала, что ли? Вчера, по-моему, забрала письмо. Че вчера? Вчера вечером письмо забрала, блядь. И чего забрала, блядь? Прощать не могла, что ли, блядь? И ты ждешь его сегодня, наверное, ляжешь с тараканчиками, блядь, в телевизоре, будешь читать письмо, что ли, блядь? А, у тебя там хахаль, чтобы он не знал. Уйдет на работу, по-моему, почитаешь, да? Не живет уже? Нет. Вот что ты пиздишь, сейчас иду, блядь, он по-любому там, нахуй, ты врешь, блядь. Ты зачем обманываешься? Меня-то хули обманываешь, живешь, мне похуй вообще. Живи. Катя вчера с Австралии написала. Катя вчера написала с Австралии, пускай живет. Ребят, вы пишите. А он с вами живет. Да? О, блядь. Я не с ним. Чего не можешь? Выпить он не может. Выпить не может. Выгнать не можешь. Да хорошо. Заебал? А, блядь, ну хули, нехуй было звать, ебать. Ряшки, тут, блядь, все-таки на проблему там, блядь. Не может выгнать. Хули выгнать не может, потому что она тащит, блядь. Я сейчас Да ладно, ты не мычи, блядь, все поняли тебя нахуй. Не пизди, нахуй. Сука, блядь, соседка нахуй подскользится. Так что... Соседка обидится на меня, нахуй, да, соседка? Встанет и уйдет, нахуй. Нет. Не водки? Нет, не уйдет. По башке дам. А? По башке дам. По башке дашь? Да. Убийца, блядь, нахуй. За обоим. Блядь, где рыжий, да падла, блядь. Вяшка, у нас вот церковь, любовь Христа, нахуй. Ну, сколько машин здесь, нахуй. Хрен куда прилипнешь, нахуй. Ну, иди. Сегодня церковь, праздник. Да, сегодня праздник, ребятушки. Съезд. Нет. Какой? Съезд какой-то. Съезд? Да. Блядь, ну что-то... Вот рыжий падла, где вот он, блядь? Рыжий чучундра, блядь. Ай, блядь. Дай бы чернуши поебальник из-за этого, нахуй. Да, рука не поднимается, нахуй. Сейчас, ребятушки, позвоним рыжику, нахуй, пузику. Так, ну пока, анекдот хоть расскажи какой-нибудь, ёпта. Света, ты чё губёшки сложила-то? Забыла, что ли? Пошёл нахуй. Что ты, как охуевшая, нахуй я? Сколько я нахуй посылаешь, блядь? Сейчас чернусь тебя, отбуду сказать, нахуй. Чернусь, отпизди её по-братски. Где он, нахуй? Отпизди... Блядь. Ну, рыжего, блядь, наказать надо, нахуй. Че вылезет? Вылезет, блядь. А, блядь, может все, блядь. А ты что, выйти надо? А ну хватит, капуша. А? Капуша. Да, наперед сядь. На шишку говоришь, блядь? Наперед к тебе сюда сядь. Нихуя сидит, ты такая охуевша. А тебя разрушил, блядь. А? Тебя не спасти. Че? Тебя не спасти. Не, камера-то тут настроена, не на вашу, чтобы на их. Да я знаю, я человека жду. Спасибо. Спасибо большое. А? А, ой, так я думал, меня что-то... А. Не знаю, где... Ребяшки, черныш с гласником встретился. Нифига. Вот так вот, ребяшки, видите, блядь, рыжика пока ждем. Это нахуй. Паста. Ну, что паста, блядь? Он еще с одноклассниками встречает. Черныша помнит, нахуй. Блядь, ну рыжая падла ебаная, блядь. Черный не знал, что я его всех одноклассников знаю. Да ты всех знаешь, нахуй, кого только не знаешь, нахуй. Даже сетку, блядь, и то знает, нахуй. Да, сетка? Вот не знаю. Лёшки, ну что, реально какой-то праздник у них? Сегодня церкви какой-то праздник, а не съезд этих молодежи. Где ты рыжий, падла, блядь? Какой молодежи ты здесь, блядь, в церкви праздник? Ну, какой-то съезд молодежи вот, из церкви все приезжают сюда. У меня же дочь тоже приехала сюда. Ты изменился, я нисколько не изменился. Ой, да, блин, ладно. Ладно, давай.
Серьезно разговаривает, это паскудина. Сейчас спросит. Паха, а где рыжий-то? А, все, и вон идет, вижу. Ага, Паха, спасибо. Давай. Черныш, двигайся. Кто это Черныш? Это одноклассник? Да. Че он тебя, церковь звал, нет? Да, реабилитационный центр. Туда настроить. Куда звал? Реабилитационный центр. А че не пошел-то? Я говорю, зачем? Пускай. Я даже не знал его сначала. Не знал его? Ну, как его зовут? Серега. О, да, Серега, как его зовут? Здорово, рыжий, где был-то, бля, падла? Че, блядь, морда рыжая? Рыжий, ты что, живешь на хате? Ночью хоть ходишь, что ли? Нет, я в лесу. А че ты туда не ходишь на хату? Сейчас снег выпадет, мороз уебет. А у тебя два ключа у тебя или что? У меня ни одного нету. А где? Ключ у хохла. Хохол говорит, у тебя, блядь, его угол. Нет, у меня. Он его как забрал, нахуй, и пиздец. У тебя был ключ, ребят, вот, блядь, у тебя был один ключ, и у хохла второй ключ, я забрал у Светки, блядь. Ты брал ключ у Светки. Да мне же похуй, я, нахуй, блядь, он сейчас вообще могу взять ключ. Так а что не взял-то, блядь? Не пойду, я вам, блядь, два ключа дал, Светка, кстати, я тебе ключи привез, нахуй. У него есть ключи. Ключи твои привез тоже, блядь, тебе, ёпки. Че, блядь? Ага. Давай, полай, нахуй. Рыжий, а че, блядь, хохол говорит? Ты его не пускаешь туда, типа, блядь? Я там вообще не был, нахуй. А Паха, говорит, что там ночью ходишь, нахуй поймешь, короче. Я, блядь, Пахе уже еще за месяц заплатил. Я там, нахуй, блядь, в лесу живу до мороза, нахуй. А ты заебал, нахуй, до мороза будет во вторник. Я вот тут уже скоро. Со снегом. Я и вас в тот раз, когда высаживал... Завтра, по-моему, будет. Ребятушки, вот в конце серии будет. Ой, вы видели, наверное. Я их высаживал с хохлом. Не знаю, я, нахуй, блядь, не замерз. Рыжий, я когда вас высаживал... Блять, ёб твою, я заебался этот хат. Вообще Максим нахуй. Максим умер. Кто умер? Максим умер. Макс умер. Не он, Паха сказал. А я ему сказал, ну. Я, блядь, захожу нахуй. Что-то я зашел, не помню. А что, на кладбище заехал? На каком кладбище? Он вообще местный? Нет, Максим же? Местный он? Да. А где он? На каком кладбище, блядь? На этом кладбище, на новом нет? Нет, на новом не буду. Почему? На втором буду. К Ваське поедет. К Ваське? Да, к брату. Потому что я на новом, так, ребят, видите, он на старом кладбище оказывается. Втором будет хоронить. Ну потом, рыжий узнаешь, потом в Амхе, где он лежит, ага. Съездим, помянем. Да.